Мы входим в состав мебельного технопарка как проекта, который помогал воплощать город Санкт-Петербург. Называется наш проект «Мебельный технопарк». Мы вошли как завод по производству кухонной мебельный технопарк. Мы вошли сюда как компания, которая производит кухонную утварь. Сковородка – кухонная утварь. Имеем право? Имеем. История компании у нас все легко и просто. Когда наступил предыдущий кризис 98 года, то какие-то компании выбыли с рынка. И нам один из руководителей завода «Красный Выборец» предложил взять в аренду их цех производственный. Вы знаете, что товары народного потребления при заводах выпускались всегда, в советское время. И вот мы с этого завода, что называется, стартовали. 17 лет мы дружно проработали, результаты у нас видны для себя. Мы уверенно себя чувствуем на рынке. Когда мы пишем с плана, мы планы пишем примерно на 5 лет, естественно, эти планы корректируются. Но тем не менее мы ставим себе задачи, и которые последовательно стараемся выполнять. Вот. Я могу только единственное сказать, что такого клиента, наверное, каждый банк хотел бы иметь у себя. И не только как экономически, но даже как порядочный человек, как действительно банк. Если, в принципе, мы договаривались на те условия и обговаривали, что будет сделано на таких-то этапах, было выполнено заранее, а если что-то не получалось, то приходили, потом обсуждали. Связывает идентичное направление наших производств. Мы люди не только своих городов, мы люди теперь уже федерального значения, потому что несколько лет вот, собираясь, встречаясь на выставках, мы именно решили создать объединение производителей посуды. То есть это независимо от материала, это стекло, керамика, фарфор, металл, пластик. В принципе, мы его создали и, значит, пытались донести до, значит, федерального уровня властей те проблемы, которые у нас есть. Сегодня один из тоже ярких представителей фарфоровой области, значит, наш товарищ тоже самый качественный фарфор выпускается, называется фирма «Башкирский фарфор», то есть опять все мирового уровня. Мы вот такие беспокойные люди пытаемся решить вопросы именно защиты людей, потому что когда мы начинаем ставить вопросы, посуда – это не только та вещь, с которой мы кушаем, да. Значит, есть у нас ярко заявленная, значит, безопасность продуктовая, но нету безопасности посуды. Хранение, плюс кроме еды, эта посуда денно, ночно рядом с нами. То есть вот, начиная от таких высоких тем, вместе общаясь, вместе делясь своими планами, подсказками, мы очень рады, что вот в нашем направлении, да, предприятие модернизируется, меняется оборудование, но на самом деле, чтобы вот как бы на чистом поле, в чистом месте появился завод, вопрос даже не в размерах, не в объемах, а сам вот этот факт, это в принципе является вот первым таким хорошим посылом, наверное. 29 января в городе Санкт-Петербурге открылся завод «Точка». Мне кажется, что это вполне достаточно. Уже об этом говорилось, но я думаю, что не так много заводов, увы, открылись и, наверное, будут открываться в ближайшее время. Поэтому я считаю, что это очень мотивирующее событие для города, возможно, для страны, соответственно, для делового климата. Поэтому это здорово.